Так, всем привет, начинаем играть, точнее продолжаем, и у нас уже шестая серия, не знаю, сколько это будет продолжаться, может быть, несколько, по полчасика, ходов по 10 примерно каждая серия будет. Ой, в общем, еще поиграем за Армению, не знаю, чем это кончится, но главное... Как говорится, не победа, а участие. И просто посмотреть, что получится в этой партии. Так, все прогрузилось. Сила прогрузилась. Так, мы вчера отбили нападение на Тигранокерт. И освободили этот город от ассирийских захватчиков. И сегодня, соответственно, можно... Так, что по шпионам? О, три хода. Три хода до... Три больше. Сколько у него производства? 64,8. Производство в столице. Так. Россия, Красный форт. А, у меня 51,6. В принципе, не сильно так и отстаем. Это у меня еще не полностью производство включено. Так. Ну, собственно... Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Тут я уже откажусь. Во-первых, мне нужны деньги. А во-вторых... Во-вторых, мне нужны опять же деньги, поэтому... Поэтому не нужно. Поэтому не нужен никакой научный договор. Так. Уголь. И это очень плохо, у нас нет угля. А уголь есть вот тут. Ау. Ну вот как так? Вот как это назвать? Уголь у Египта есть. У нас нет. Даже близко тут нет. Ну ладно, тогда куплю у Египта уголь. Он его, кстати, здесь еще не обработал. Угля у него еще нет. А у России, например. Здравствуй. И в России, кстати, угля еще нет. Что это значит? Что это значит, что нет России угля? Странно, странно. Ладно, в общем, придется купить, построить 4 фабрики. Ну, соответственно, да. В чем вообще сложности? Так, нам нужно обязательно удобрение сейчас открыть. То есть, если бы у меня, например, было... Нет, мы сделаем по-другому. Мы откроем сейчас электричество. Откроем алюминий и Оксфордом откроем радио. И, соответственно, то через 7 ходов надо будет так подгадать, поставить Оксфорд, чтобы он достроился как раз через 7 ходов. Вот такой план. И открыть, взять идеологию, порядок, естественно. Вот так вот. План простой. Латынки взяли порядок. Соответственно, а потом уже открыть удобрение. И у нас уже школа откроется к этому моменту, построится к этому моменту. Ну, у нас, кстати, ученый родился. Вот тут, опять я не переставил другой угол. Вот тут вопрос, ставит ли в академию. Или уже сохранить? Я, пожалуй, уже сохраню, на самом деле. Сохраню я ученого. Наконец игры. Он мне пригодится. То есть на открытие, если до этого дойдет, конечно, космического корабля, мне ученый очень сильно понадобится.
Так. Тут вроде вообще все застроено около Еревана. 60 ходов птицы. Это клетка, вот это. Ладно, этим пойду построю здесь. Ученый пока здесь, пусть посидит. Он опять передумал мир заключать. Я предлагаю, раз уж дают, взять его и уничтожить великого генерала. Еще бы нет. Что называется, отдача юнита всегда приветствуется. Так. Сейчас, одну секунду, мне надо будет прерваться. Так, все, мы продолжаем, извините за задержку. Продолжаем. Правда, на видео-то задержки не будет. Чего я несу? Может быть, у нас сейчас будет вторая стадия войны. С этим уродом. Не знаю. Устал я уже от него. Так. Значит, нам надо будет сделать так, чтобы через три хода построился Оксфорд. То есть через два хода нам надо построить Оксфорд, поставить. Надо через два хода идеально построить... Так, может быть, вот это поставить. Надо за три хода. Банк. Банк построим. Так, кража технологий. Возьмем порох. Порох. Вырасти гранокерт. Это всегда приятно. А, куда он поставил? Сюда поставил. Мне очень нравится эта клетка. Как бы что так, что так. Но тут еще два производства. Так. Таймер стоит. Сегодня серия будет немножко такая пассивная, я уже чувствую. 8 ходов. Где караваны мои? Две, куда они ходят вообще? Куда они вообще ходят? Они не выполняют своих обязанностей явно. Я думаю, что он присоединит. Ну, хоть что-то клетку. В общем, куплю я вот эту клетку. Поставлю ферму на ней. Потому что с едой что-то какие-то проблемы. Вервандашете. Надо срочно открывать удобрения. Ну вот у нас уже на одну технологию меньше удобрений. Так. Все верно. Достоверно. Откуда идет? А, этот идет ферму здесь ставить. Ну ладно. Так, хорошо. Сейчас зоопарк достроится как раз таки. 25-25. О, Красный форт достроил Марракеш. Ой, Марокко. Хотя Россия, кстати, строила Красный форт. Это, я думаю, не очень приятно было, как что Екатерине услышать эти новости. Ну, как бы не беда. Так, тут надо ферму ставить. Так, тут ферму, естественно, тоже на удобрение. Срочное удобрение надо, прям срочно. Я думаю, может, от этого ученого даже потом спалить на удобрение. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Так. Тут есть интересное предложение. Взять 4 угля у него. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Так, у меня 10, 4. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen.
Почему он не дает? Дай мне 4 угля. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Урод. Просто урод. Нехороший человек. Не дает уголь. Просишь его, просишь, а он не дает уголь. Как человека просишь его дать уголь, а он не дает. Что-то ходы очень длинные стали, мне кажется. Так, ну я туризмом вообще не увлекаюсь. Так, тут продукция. Так, и тут 3 хода до Оксфорда. Оксфорд надо. Так, а тут стало 2 хода. Это плохо. Так, мне надо ускорять строительство Оксфорда каким-то образом. Прям будет фейл. Так, неужели никак? Это беспредел. Это беспредел. Нет, ну что это? Может быть, науку снять с этого? Сейчас. Просто если снять науку отсюда. Снять науку отсюда. Вот. Вот решение вопроса. Что называется, приходится замедлять мою науку. Кстати, тут школа построила. Сколько науки? 309. Неплохо. Значит, Оксфорд должен быть за 3 хода. Вот так. При этом... Так, Оксфорд 3 хода. 3 хода, опять доход до электричества. Это мы снимаем. Это мы снимаем. И получается 3 хода. Замечательно. Так. Важный момент. Микроконтроль. Так. Так, 3-3, наука стоит. Тут что? 3-2. Не, а тут это что, зачем? Можем поставить... Вот, на рост пусть лучше стоит. Так, все главное, вот это вот 3 и тут 3. Это что такое? Wederom gegroet. Что, собрался на меня нападать? Что ты строишь в столице? Лузер. Так. Все, просто если это сейчас проворонить, то это очень серьезный удар. Так что лучше бы мы его удобрения открывали. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. А вот это вот через ход у него отглючило, и он дает 5 угля. Можно 4 угля? Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Вот так вот. Черт с тобой. Сейчас надо было сразу фабрики построить. Так, иракезы взяли свободу. Очень интересно. Зачем вам свобода? Непонятно. А, к сожалению, ГЭС у нас не будет ни в одном городе.
Вот фабрику. Так, один ход. Почему стал один ход? Потому что достроилась библиотека. Ой, школа. Снимаем науку здесь. Снимаем. Снимаем здесь науку. Нет, конечно, зачем ломать университет? Черт возьми. Слушайте, ну как же так? 283. Ну что ж такое-то? Никак не получается. Тогда снимаем еду. Переводим на производство. 73-75. Все равно не хватает. А! Мне опять поставилась наука. Вот. Что такое-то? Науку снять отсюда. Сейчас, извините, за тупняк, но тут что-то я не догоняю иногда. Эти процессы внутри моего города. Нет, это еще что за мусорные клетки? Ну, вот один ход до роста, а науку снять. И поставить... Два хода. А, и тут наука поставилась. А, я снял отсюда и поставился наука сюда, я понял. Все, тогда... Все, тогда ставим обратно здесь науку. Здесь. А, опять из них ход стал. Вот. Баланс просто... На волоске. Просто на волоске от поражения. Называется. Я даже здесь тоже. Я здесь тоже сниму, чтобы я сейчас достроила школа. Чтобы, не дай бог, не открылась эта технология. Это будет фейл. Так, все, здесь все залочено. Так, здесь все залочено. Вот здесь не все залочено, я не могу достать на университета. Поэтому... Так, здесь все залочено. Фу, господи. О, натяпнем мушкетеров. Чтобы немножко мощь выросла боевая. Фу. Тупняк, тупняк. Туплю жестко. Тут можно было город тыкнуть. Просто так. Кстати, есть один способ. Ну вот что это такое? Как он открылся-то? Ладно. Просто я хотел ход в ход сделать. Ладно. Ладно, тогда это оставляем, идем к одобрениям. Все, всех восстановить на работу в университеты. И тут поставить на науку. Все, снова максимальная наука. Сюда, сюда. Так, сейчас я сам расставлю уже. Так, ладно, так, 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 так. О, тут алюминий, шикарно. Это одна из немногих игр, где у меня оказался алюминий. Кстати, можно, чтобы получить очки великого инженера, поставить сюда. Ой-ой-ой. Ладно.
Не получилось красиво ход в ход. Но, в принципе, это не страшно. Я прям такую истерику развел. Все нормально. Все, без паники. Без паники. Кстати, тут можно... 5. Тут на школу, если поставить. Так, тут вообще вот это... Полный мусор обрабатывается. Так. Вот так. Сколько науки? 352. В принципе, не такое уж и ужасное число. Так. Что-то группы миссионеров тут прыгают. Вообще не радует меня. Так. О, у меня даже... Господи, два алюминия. Я могу алюминием просто обмазаться. Следующий ход. Одуреть, сколько у меня алюминия. В жизни у меня никогда не было столько алюминия. И тут еще. Тут еще 8. 16 алюминия на своей территории. Даже не надо вот эти мусорные заводы строить. Так, ну и тут берем радио. Так, тут однозначно фабрика. Так, сейчас все по порядку. Так, топим за наши. За нашу науку. Это опять последний. Конечно. Конечно, я последний. Как за ними угнаться-то? Так, третий шпион. Третьего шпиона. По-моему, можно. В Египет посадить. Вот этот хороший шпион в Амстердаме, он уже специальный агент, кстати. Это довольно-таки неплохо. Так. Так, 4 минуты осталось до выхода таймера. Немножко надо подольше поиграть, потому что совсем тухло. Но самое, что меня печалит, то, что счастье опять заканчивается. Что делать? Что делать, непонятно. Так. Это сюда обработаем. Так, тут надо будет ферму. Так, если вот так, а вот так, все равно 5. Поэтому лучше так. Так, у меня еще есть ученый, но ученого уже надо уже оставлять. По армии я тоже последний, конечно. Конечно, последний. Так. Так, следующим ходом идеологию принимаем. 3 шестерки. Так. Ну, возьмем 10 ходов. Если они повоюют, это всегда. А я, кстати, с Сингапуром все еще воюю. Ох, у него уже стрелки. Моя штука была принята. Так, ну тут надо взять... Конечно... Конечно, порядок надо брать. Без шансов. К сожалению, ее уже приняли 2 игрока.
Я уже приняли два игрока, поэтому мне не дали даже одного. Я взял этот культуру. Ой, я взял счастье с монументов. Сейчас бы у меня не было проблем со счастьем. А боюсь, что они у меня будут. Кстати, а как у нас вообще с... вот с этим вот... Иракезы в современности, кстати. И все. Все остальные еще никто не вышел в современности. Liberty, Patronage, Exploration и Order. Традиция. Да, конечно же, Австрия тоже играет через традицию. Это вообще непонятно, как Инк вообще еще в игре. Вот как он, что он принимает по политикам? Одна свобода, то есть он открыл свободу. Нет, он не открыл свободу, он... Одна политика в свободе. Три в чести, закрыта набожность и порядок. Да, честно говоря. Честно говоря, просто чудеса какие-то. Чудеса какие-то показывают компьютер. Если бы... Тут... Из-за этого с компьютером не очень тесно играть, потому что... Ебаный таймер. Потому что, ну как предсказать его бонусы? Вот как? Инк меня обгоняет по очкам почти в два раза. Потому что, ну, играть таким набором абсолютно невозможно. Как бы это факт, все знают. Из-за этого... Не очень понятно. А с этим я все еще воюю, да? Галяка, дами. Он совсем наглый. Махера, замаглел. Сейчас разбег возьму и дам тебе три города. Так, мне нельзя уходить в несчастье, потому что у меня бонус рационализма. Поэтому... Если подойдет к росту, придется ставить. Мне ж купить не у кого, вот у монголов, например, что-то есть. Ничего. Тахияти. Сколько у тебя городов? Дофига. Таба яумук. Кулли аданун сария. Еще есть такая тема, господи. Есть такая тема, что как бы если вот за эту позицию, за плюс компьютера играл бы человек, то это не выигрывается, господи, 20-20. Это не выигрывается. То есть, например, у меня была партия, у компьютера было 20 тысяч денег. Это в Brave New World, это не в ранних. Это в последнем. То есть там вроде бы допилили немножко компьютера. То есть у компьютера было 20 тысяч денег, он видел, что я строю корабль космический и уже его как бы догоняю, и он мог бы купить несколько ядерных ракет и просто меня закидать, но он этого не делает каким-то своим высоким причинам, он этого делать не желает. 129, 114, вообще как города-то отбить? 74, 81, тупо отдать 1000 золота, чтобы тебя его потом перекупили. А, Сингапур со мной воюет, потому что это его союзник. То есть... Это очень странно.
То есть, но компьютер этого не делает, как бы он, я с ним дружу, там, я с ним заключал какие-то соглашения торговые, и он относился ко мне замечательно. И все, я так выиграл. Он проиграл. Хотя он мог спокойно, абсолютно спокойно закончить эту игру. Так, ну хорошо, на самом деле, что у меня приняли науку, потому что теперь я буду быстрее открывать технологии, которые уже выучены другими игроками. Очень затупил я с обсерваторией в Ереване. Просто максимально. Вот тут должен был стоять этот город. Караваны были бы. Все было бы. Так. Ну ладно, тогда на сегодня такая ситуация у меня. В принципе, неплохо. То есть, приняли порядок. В порядке, опять же... Ой. В порядке ситуация какая? Ты, господи. Ситуация в порядке... А, я не могу посмотреть. Странно. Ну, в общем... Не знаю, брать с монументов, не брать, не хочу. Там взять с научных. Но главное, это взять науку с... Главное, это взять науку с фабрик. Плюс 25%. Это будет очень серьезный бонус. Фабрики будут просто убер-зданиями, кто дает все. Вот так вот. Все тогда на сегодня. Спасибо за внимание. И всего доброго!